опасности. Погода такая меняется очень часто. Да, надо следить за этим. Частный сектор, так они же должны сами его сбивать. А уже такие здания, да, это же администрация, да, следит. Стараешься обходить там, где сосульки. Под крышу я никогда не иду. А то еще когда там упадет, мне на ходу сосульки и все. Надо, чтобы хозяйственные службы их обязательно снимали. Иначе кому-то голову проломит. Я бывший работник коммунального хозяйства, поэтому я знаю, что, чем это грозит. Нас побывали на нашем доме, я в двухэтажном доме хожу. Так хорошо, оббили. И уже два раза у нас оббивали, кстати.